Всем привет! С вами Слит. Сегодня я расскажу о самых-самых ожидаемых ИО играх 2017 года. А перед началом ставь лайкусик и подписывайся на канал. Хочу сказать, что моя армия подписчиков пополняется, и нас скоро уже будет аж 2000. Давайте уже добьем эту цифру. Надеюсь, что ты подпишешься на канал, ведь я очень стараюсь и благодарен всем тем, кто меня поддерживает. Приступим! Начнем с первой ожидаемой игры OVAR.io. Если ты, мой дорогой подписчик, еще не познал, что такое сперматозоид, то быстрее ступай в Википедию. Там-то ты узнаешь, откуда берутся дети. Так о чем это я? Так вот, эта игра полностью окутает вас в историю одного грустного сперматозоида, который пытается развиться и оплодотворить свою яйцеклетку быстрее, чем это сделают другие сперматозоиды. По окрасу она выглядит как Limax IO, так что вам понравится в нее играть. Также в игре есть разные классы сперматозоидов, такие как кластер, солдат, разведчик, невидимка и танк. Короче, классная игра, которая скоро украсит ваш список ИОшек. Думаю, что эта игра однозначно понравится Пуэру, и ее можно было назвать Пуэрман ИО, если вы поняли, о чем я. Вторая самая ожидаемая игра — это Kugeln.io. Прикольная игрушка с веселыми контриболами, которые воюют друг с другом, используя разное оружие. Весьма интересная игрушка, я ее очень жду. По геймплею она выглядит как червячки, только здесь игроки не делают ход, и игра происходит в реальном времени. Кстати, локаций здесь будет, скорее всего, много, и, возможно, появится какой-то редактор карт. Кстати, насчет карты, здесь она интерактивная, то есть если она получает какие-то повреждения от вашего оружия, то она оставляет дырки, ну а деревья падают. На главном сайте можно посмотреть на таймер, который показывает, через какое время игра выйдет в открытую бету. И последняя, самая ожидаемая игра, это Brutus.io. Брутальные парни, которые будут выяснять отношения и эволюционировать путем грубой силы. Это новая ИО игра, которая с нетерпением ожидается в открытой бете. Замечательные костюмы основных героев созданы в мультяшном стиле, доступен выбор собственного персонажа и пути его развития и совершенствования. Отличная 3D графика, хорошо прорисованные бойцы и сам фон не оставят равнодушными любителей ИОшников. Пробираться придется по высоким скалистым горам с небольшими платформами и уступами. Играть и драться со своими соперниками будешь ожесточенно. Только так можно усовершенствовать своего воина, его защитные и боевые способности, а также открыть более крутых борцов. Пишите в комментариях, знали вы о этих играх или нет. И если вы знаете еще какие-то ожидаемые ИО игры, то пишите в комментарии. А на этом у меня все. Всем удачи!